Ну, собственно, что, всем снова хай, и мы решили с другом немножко погонять, давайте, игра команды, конечно же. Согласился, отлично. Что же нас ждет дальше? Так, 8 за золото, 5 и 2 за серебро. Комендуровый уровень 192, ладненько. Глянь на идиота, из сумки бабки так и валится, он бы еще написал, здесь грязные деньги. Ага. Главная проблема улиц – болезнь слишком много денег. Откроем ему депозит. Сделай его. Так, ну что, поехали. Не дай ему уйти! Напарника тачка побыстрее, так в разы. Потому что у него 291, у меня 190. Ты можешь выиграть! Что мы, в принципе, нормально пройдем. Так. Он что, уходит? Эй, он уходит! Да не уйдет он никуда, все нормально будет. Оба, напарник там врезается в машинки попутно. Догоняй же! Стараюсь загонять. Оба, напарник в него врезался, отлично. А я врезался в дерево. Так. Давайте-ка развернемся и... О, как прям в него попали-то, а? Фига его подкинуло, блин. Жесть. Ух ты ж, как он улетел-то, а? Весело. Итак, мы получаем 18 уровень. Отличненько. Это прям радует, греет душу, так сказать. А, я новый лидер команды. Круто. Получили серебро. Ага, сейчас не в сети. Напарник, видимо, вылетел. Так, что нам серебро плюс 5, по-моему, дает, да? Да, плюс 5. Устанавливаем. Отлично. Отличненько. Так, возвращение в свободный режим. Все как надо. Все хорошо. Он готов? Так точно. Отлично, я заберу товар. За работу! Поехали. Итак, что нас там ждет впереди? Пока давайте погоняем, пока жду напарника, пока вернется. Вот он как раз мне написал, что он вылетел, но это я и так понял. Так, слалом. Ох, неудачно! Твою ж налево. О, золото. Черт, на золотую медаль я, походу, уже не заработаю. Ну ладно, давайте попробуем. Так, тихо. Все, так, нормуль. Хорошо, пока идем хорошо. Так, ладно. Тихо, заносит что-то сильно. Так, нет, здесь все нормально вроде. Так, сюда и попал. Стой. Так, хорошо. Дальше. Отлично. Так, на золото я однозначно, походу, не заработаю. Чуть-чуть, да, не хватит. Жалко. Ну ладно, серебром. Что нам, кстати, дает там серебром? Серебро нам дает. И... Ну, давай, показывай. Что он нам дает? Он плюс 7 дает. Отлично, что, ставим, конечно же. Так, поехали далее. Да, ты задолбала меня перекидывать. Так, наша миссия где-то впереди. Она где-то там. Так, давайте посмотрим, где она будет. Точно отметим ее на карте. Хотя, давайте попробуем в PvP-лобби. Да. Давайте попробуем туда доехать, пока заодно друга подождем. Так. Да-да-да. Попробуем в PvP, в общем, сейчас сыграть. Я надеюсь, что все будет в этом плане хорошо. И мы с ним погоняем и, возможно, выиграем PvP. Ну, точнее, скорее всего, он выиграет. А может и нет, не знаю. Посмотрим. Итак. Пока едем, пока все красиво. Осень, как я вижу, на дорогах. Менты вон ездят во всю и вся.
Ну а что, может давайте еще раз попробуем, только в обратную сторону. Ай-яй! Зад заносит, друг вернулся. Эть. Тихо! Да что ж такое-то? Золотая медаль сзади нас, так что, по идее, я сейчас сделаю это все на золото. Ну, я надеюсь на это, конечно же. Так, ладно. Отлично. Так, сюда. Теперь сюда. Мимо машин. Отлично. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, ты, тихо. Да что ж такое-то? Ты, твою налево. Не, серебро и даже хуже, чем до этого. Ну и ладно. Так, куда нам, собственно, вперед надо? Туда и едем. Так, аккуратненько, не спеша. Отлично. Да ты задолбала! Все время меня выкидывает сюда. Что ж так? Я же нажимаю продолжить. Почему ты мне все время показываешь, что... Нет. Ладно, осталось чуть-чуть доехать. И PvP режим сейчас будет доступен, да? Ну. Так, открытая. Группно. Все должны быть из одной группировки. В смысле? Окей, видимо, мы должны находиться в одной и той же группировке, типа волки и там орлы или еще что-то в этом духе. Окей. Я просто пока в волках, и я в них хочу оставаться, скорее всего. Так что поехали по заданию в таком случае. Сейчас переместимся поближе к нему. Так как где оно, кстати? Ага, вот оно. Вот это задание. Давайте где-нибудь вот сюда вот переместимся. Оп. Отлично. И сейчас нас, по идее, переместит. А, и мы в лесу. Круто. Ладно. Сейчас доедем до заданица. Собственно, по-моему, в прошлый раз я как раз примерно сюда и доехал. В прошлой серии. Но ничего страшного. Ладненько. А вот и наше задание. Ждем, пока напарник поменяет машину. Ой, что-то я рано ему предложил. Отлично, он как раз отказался. Сейчас поменяет машинку, и мы с ним начнем тогда. Отлично, он поменял машину. Давайте начинаем. Нам нужны деньги. Я знаю парня, который хочет сбросить товар как можно быстрее. Проверь его. И нам поменяли тачку с моей любимой башки на мой любимый Форд, но правда внедорожник. Западня! Ничего себе! Я всегда думал, что он стукач! Вот спасибо! Не сдавайся без боя! Обязательно! Так, ладно. Фига за нами там копов увязалось. Копы тебя на части разорвут, попадись ты им, чувак. О, спасибо, что напомнил. Так, надо угонять от них. Так, впереди заграждение. Обошли. Отлично. Так. Супер. А теперь осталось просто продержаться 15 секунд далеко от них. Так. Да, все, по-моему, идеально успеваем, отлично. Ух ты, там коп! Понятно. Да ладно, не заметил. Ха, лошара. Центр, мы его потеряли. Хм, а почему второй? Ну окей. Золото, в общем, нам досталось. Повышает оно нам на 3. Поехали дальше. Видишь, не так уж и сложно. Продадим товар, считай, полдела сделано.
поверить не могу. Да уж, бабы часто мне такое говорят. Все, я сваливаю, увидимся. Ну что, поехали дальше. Алекс. Вот имя. Алекс, Гарри продолжает избегать штаба. Я сказала ему, что ты хочешь поговорить, но он все хитрит. Гарри не лжет, я в этом уверен. Может, но мне нужно знать наверняка. Хорошо, я найду его. Итак, следующая миссия. Где она у нас тут? Так, переключусь-ка я на мышку, наверное. Ней будет удобнее просто это все искать на карте. Так, вот миссия. Вот она, дорогая наша миссия. Так, давайте куда-нибудь вот сюда вот переместимся. Угу. И поехали уже отсюда. Так, только надо... Знаете, давайте-ка пометим ее как маршрут. Да, вот отлично. Все, вот теперь действительно можно ехать. Привет, Алекс. Зои сказала, ты меня ищешь? Да, просто хотел проверить, все ли в порядке. Все путем, как обычно. Проблемы с девушками или типа того? Девушки. Алекс, я уже 100 лет ни с кем не крутил. Лучшие телки либо на том свете, либо в тюрьме. Правда? И никакой интрижки на стороне? В данный момент нет. К чему ты клонишь, Алекс? Да ни к чему. Забудь. Так, попробуем-ка проехать вот тут. Это у нас что? Прыжок. Окей, давайте сейчас прыгнем. Как-то она хреново прыгает, вам не показалось? Давайте-ка еще раз. Мне не понравилось, как я прыгнул. На этот раз разгонимся. Вдруг у нас получше получится. Так, только надо объехать. Чтобы она отсчет не начала. Отсюда, думаю, будет вполне нормально. Разгоняемся. Проехать в меточку и проехать уже на рамплинчик. Так, и поехали. Я, по-моему, все еще хуже. Ага. Так, дайте-ка сменим тачку. Все-таки, я думаю. Так. На мою, конечно же, BMW-шку. Да, думаю, на нее родимую. Итак... Надо, нет, надо все-таки отъехать. Это слишком близко. Так, только не попасть в значок. Поэтому давайте развернемся и поедем вот так вот. Нет, погоди, сейчас я доделаю. Да что ж такое, приземлить указанное место запустилось раньше, чем нужно. Ну ладно, отсюда поедем, раз раньше, чем нужно запустилось. Едем, 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 едем. Разгоняемся, ну давай, 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 давай. Там отсчет обратно идет, это плохо. И машина, ну ладно, я прям прилетел. Что ж такое-то? Ладно, фиг с ним, потом. Потом мы это сделаем как-нибудь, может быть. А пока поедем. Пока поедем на миссию. Ладненько. Так, аккуратненько. Что у нас здесь получается? Маленький серпантинчик такой, который я засранца этого ненавижу, такого серпантинистого. Вообще не люблю, когда в гору или с горы приходится заезжать под очень крутыми углами. Так. Ладно, едем. Столбы нам не нужны. Поэтому сбиваем их к чертям. Так, игра с командой. Нам сейчас дадут опять внедорожник. И мы будем на нем гонять. Так. Плюс 9 нам за золото дается. Это хорошо. Привет, Гарри. Встретимся? Прости, я тут немного занят. Занят чем? Нужно идти. Я тебе перезвоню. Зои, нужно проверить Гарри. Окей, держи меня в курсе. Нужно найти Гарри. Так. Что я могу сказать? Трасса довольно веселая. Ни хрена себе. Мама дорогая.
Так. Ладненько. Ну, как хорошо мы сейчас прошли-то с ним вместе рядом. Прям тютелька в тютельку чуть не вписались. Ладненько. Пока я вроде даже на первом месте умудряюсь быть, несмотря на то, что у него тачка получше. Будем надеяться, что все так и останется. Было бы приятно. Но нет, видите, все-таки он меня обгоняет. Ладненько. Так. Притормаживаем, заходим в поворот. Все отлично. Тихо, какого ты? Ну зачем же ты так делаешь-то, ну? Уж притормозил бы, видел же, что выхожу вперед-то. Зачем же ты так сделал-то? Нехорошо. Ну, ё-моё, ладно. О, вообще срезать решил. Я тоже выпендрился, решил полусрез сделать, но в итоге ни хрена не получилось. Ладненько. В общем, вот так вот нехорошо получилось, что он меня подрезал, и я в итоге сильно отстал. Я думаю, что он как минимум сам сейчас придет как минимум первым местом, а вряд ли вторым. Так что, в принципе, все хорошо. Хотя давайте-ка попробуем, знаете, давайте попробуем его срезать сейчас вот где-нибудь здесь. Воу-воу-воу-воу, я не ожидал прибавления камней здесь в таком количестве. Окей. Хотел срезать, в итоге получилось что-то непонятное. Ладно. Давайте здесь проедем, все-таки как проедем. Так, ориентир еще впереди есть. Олени. Оленета. Так. Проезжаем пока более или менее, в принципе, нормальную трассу, но... Не знаю, обидно все-таки, что вот там вот такая неприятная ситуация получилась. Ну ладно, ничего страшного в этом нету. Так. Мы едем. Да, в принципе, у нас все хорошо. Хорошо. Я надеюсь, что скоро уже финиш. Потому что там что-то около 20 секунд. Давайте вот здесь вот. Давай. Еще чуть-чуть. Да, вот я тоже думаю, что еще чуть-чуть как раз. Сейчас мы съедем вот так вот. По прямой. На вось догоним нашего друга. Тем более, что он там по всем точкам, в принципе, Тихо. Он финиш. И, в принципе, я его догнал, так что, в принципе, все хорошо и даже очень классно. Почему он тормозит? Ну, окей, давайте тоже притормозим. Вот, вся машина очень чистая у нас, прям белоснежка. В каком-то смысле. Учитывайте, если что, она черная была до этого. Так, на что мы там, интересно, заработали? Первый. Ну, это я и так понял. Так, вот, кстати, получаем 20 уровень. Круто. Мне это уже нравится. Ох, 25 нам это прибавляет, прям классненько. Получаем мы серебро таки. И тормоза мы получили. Сколько они нам добавят, интересно. А добавят они нам 6. Что, в принципе, круто. Так, свободненький режим. Возвращаемся. Гоночка мне понравилась, кстати, классная. Возможно, ты была права насчет Гарри. Прости, Алекс, не хотела. Что там у него? Я точно не знаю, но все это мне не нравится. Он никогда ничего от меня не скрывал. Вот так вот. Гарри нас предал. Он что-то от нас скрывает. Юг на связи. Теперь ты желанный клиент мастерской в Майами. Они спецы по суперкарам. Суперкары — чертовски быстрые тачки, которые запрещены на дорогах. Но если дело касается настоящих гонок, наступает их время.